Не говори то, что ты выбрал Зеро. Ты выбрал Зеро, тварь, да? Ну вообще я раньше тебя выбрал Зеро. Да пошел ты. Да ты все испортил, все. Мы проиграли, потому что надо разный класс. Все пропало. Там куча классов, 6 персонажей было. Отлично, еще один труп по искателю хранения. Мы нашли труп, нихера. А, не, он копает? Не, не, это по сюжету мы взорвались. Так что он нас копает. И всем привет! Всем привет, мы играем в это. Хотя могли сначала снять четрулетку. Не, никому не интересно четрулетка. Да? А почему? Ладно, а следующее видео будет четрулетка. Впрочем, это уже совсем другая история. Ну вот. Для перемещения используй ВСД. Умеешь ходить? Стой, что использовать? ЛСД? ВСД. А, я услышал ЛСД. Нифига себе, это конечно. Боже мой, да всем насрать! Так, пушка, мини-пушка, просто пушка. У меня две пушки, что ли? Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну да, пока что две. Да? Один, что ли, дробаш? А, не. Одна ППшка, другой автомат. Я лучше ту, которую побыстрее и меньше это. А ты хочешь знаешь, что меня... Зеро делает? Да, он камуфляжку надевает. Ты мог мелкого взять гнома, который пулемет. Но... Мелкого гнома ты берешь, потому что ты ниже меня. Я выше карбик. Тебя. Да, какой у тебя рост? На 10 рост? Лет. На 10... Тебя что, посадили в тюрьму на 8 лет, и ты через 2 года пришел в школу или что? Ладно. О, глазик выкатывает. Ты сам сказал на 10 лет, так что... Или ты дебил, или тебя ранили в детстве. В принципе, логично. Можешь выбрать одну из двух. Ну, было бы прикольно, если здесь был бы... Огнестрел, у нас выстрелят. У тебя... У меня одного 10 хп. У тебя тоже 10 хп. Просто насрать очень сильно на него, я его даже не слышал. Ой, я что-то открыл... А, нет, это хрен какой-то. О боже, железяка. Мой глаз! Ой, ну, ему оторвали глаз. О, теперь он как Уитли. А что с ним было? Разве у него ворвали глаз? А, ну типа он тоже круглый. Разве? Он же квадратный. Видишь, железяка. Он шарообразный. Не-не-не, я про эту железяку. Не, ну, типа глаз вырвали, теперь он круглый стал. Разве? Не. Ты хоть посмотри, он квадратный. Слить, не бесишь. Ты не знаешь. Да, я тебе говорю не про самого робота, дебил. Ты говоришь, что он похож на Уитли. Кусок. Ну, он похож на Уитли. Как отсюда выйти? Он похож на Уитли, типа, когда его глаз вырванный, похож на Уитли. А, типа его глаз похож на Уитли? Да, ты долбишься в глаза, что ли? Разве? Это было очень трудно не увидеть. Нет, нифига не похож. Почему ты лагаешь? Наверное, у тебя просто нет, у меня все нормально. Враньё! А почему мы не можем приседать? У нас что-то не так с коленями? Да и хуй с ним. Вообще-то можем. На С. А на какую? На С. А чё, так можно было, что ли? Кстати, да, надо поменять, хрена, наверное. На надо поменять, наверное. Ну хрена на С. Клавиатура. Значение клавиш, присесть, пригнуться. На левый контрол. Левый контрол это нормально. Какой-то. О, а гудок, что это? Ну понимаю, это старая игра, но блин. Ну как... знаешь, сколько ей лет? Лепсика. Ей больше. Кстати, я помню, в детстве Вова играл в это у своего друга. И? Я помню, из-за этого я хотел поиграть. Ты сломал! Он должен был это сломать. Типа, это... Он еще, мой брат рассказал, что здесь есть, это, крипер. Из Майнкрафта. Ой. Вот если бы ты сказал то, что твой брат пошел к другу играть, и он словил эпилепсию, то это было бы интересно. На Xbox 360 он играл. О! Иди сюда, иди сюда, здесь монстры. Сам защищай себя. Ой, блин, у меня перезарядка. У-у-у. Так, сколько у тебя патрон?
Да хрен знает. А что это? А, у меня их 122. Ладно, неплохо. А, не, наверное, в ту дырку идти надо. Пошли. А, с Мокси? А кто такой Мокси? Это Мокси? Не, это железяка. Мокси, может, это его глаз? Не, глаз это вообще не живое существо, это его глаз. Ну, может, он ласково называет свой глаз так. Ты не даешь имена своим частям тела? Ну нахер. Отец. О, он включил. Ну, Андрей. Нет места, вы серьезно? Где тут инвентарь? Вот. У тебя не инвентарь, у тебя просто ХП полные. Ай, мы типа не... Всё, не понятно. Берешь, а это... Он упал. Серый. Давай поможем ему. Кому? Железяки, он упал. Где оно? Он тут. Да, здесь вроде можно бить. Да, вот, на В бить. Кого? Вообще бить, ближнего. Но, надо поменять. Прикрой меня. О, маленький босс, здесь босс появились, ну или что это? Что за хуйня, ебаная? Так, железяка. Что, по красоте? Да, по красоте. А это могу захерачить? Нет? Нет, здесь нет Firefox-а. Ой, то есть... Friendly Fire. Здесь поединок. А! О, босс. О, босс. Судя по всему. Нафига ему глаз его? Наверное, блестящее нравится. Или вот, он как железный человек, Тони Старк. Использовал глаз. Реактор, да? Только да. У Тони Старка вместо сердца был реактор, а не вместо глаза. Ой, дурак! Не-не-не, это глаз. Сам, а не вместо глаза. Ты о чем? Больно. Я поменяю оружие. Он использует его глаз вместо... Сердца. Убей его! Так тупо. Кто-то язычный перс, иди сюда. Блин, он свалил. Погнали за ним. А, за нами на это босс. Вот, то есть люди. Ладно, ты пока защищайся, я в него буду стрелять потихоньку. А может я должен к нему стрелять? Блин, лагает, сейчас залагало, почему? Все, нормально. Я сверху буду стрелять тебя. С рабочим столом, блин. О, все, победили. Все, готово, сейчас они помирать будут. Да, не помню. О, лут какой-то. Бабки. А, хорош, ты мне двинул. Ты недооцениваешь мою мощь! Это что, глаз? Блин, убей его. Нафиг. О, пистолет, и что это? Да, это был глаз. Дай мне штуку похилиться, где здесь? А мне нету. А то у меня нет 2 хп. Опа, я пушку какую-то забрал. Боже мой, да всем насрать! Так, я забрал пушку какую-то, но у меня... Это дробаш был. Но у меня... Громил мертвый, мы добыли глаз железяки. Теперь вам нужно просто найти того, кто вставит в глаз. Понятно. Нам дали 10 баксов. Стоять, у меня должен быть... все, я понял, прикол. Давай вместо ППшки. Как он со слету, по-моему, я же уже начал. Ты нажал? Я нажал. Он слугой называет. Бей его. Как он называет? Слугой. Типа мы его слуга. Слуга? Стой, подожди. Я могу тебя на поединок? Я больше есть наказал уж. Это просто охуенно. Жители Пандоры, внимание. Я красавчик Джек. Тут нету... У нас нет денег? Вы серьезно? Он на ставку поставил. Он типа на нас награду поставил, злодей. Я вроде бы все. Нет, не все. Сережа, готовься, если что, против нас будут люди, походу. Смотри, я нормально так отстреливаюсь, ты там будь отвлекай их, а я вон винтовочкой. Гениально! Это шедевр! Так, мне надо поменять, оно слишком сильная отдача, подожди. Да, это вот это.
Так, да, короче, на нас еще будет охота, типа какой-то Флинт нас позвал. Слушай, а что у нас еще изрушили? Это и все. Ну, пока ждем, нам будем, мы еще будем искать. Не, ну я, короче, издалека винтовкой буду фигачить. Нормально. Блин, с нашими прыжками мы можем, ну, почти перепрыгнуть, но игра не дает, потому что, ну, невидимая стена. Все пропало. Поэтому я возьму этого робота и на нем буду отыгрываться. А, стреляй! Ой. Они легко отлетают от одной пули, прикинь. Это же люди. Но это не точно. Блин. Надо бы нормальное оружие найти. Реально, они прямо от одной пули вин. Че они такие слабые? Сзади. А, ну разброс огромный, кстати. На нафиг. У нас кто легко с этого. Так, что у нас по луту есть? А, они. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Иди отсюда. Так. Где отсюда, блин. Не, дробаш это говно, дробаш говно. Возьму его. Я нет, я возьму автоматика. Автоматика на свой такой. Да, нормально, вообще по красоте. Кстати, да, по красоте. Давай. У меня перезаряд, кстати. А, это он был. О, нифига. Он, наверное, починит глаз, типа того. Хаммерлок. Ой, у него правая рука железная. Да, слишком много делал. Не, это наоборот хорошо. Можно в автономный режим поставить, и все, и ничего не будет уставать. Ой, это он. Ну ты понял, типа взял, да. Нашел на кнопочку, но у него будет просто само это делать. Это удобно. Он нас благодарит, он нас хвалит, типа того, то что мы. Можно его застрелить? Где он? Он тут. Не, мимо. Не надо так. А, он, надо дать ему глаз, на. Глаз ему дать? Да, я ему уже дал глаз. Ты ему. Это скорее на Болт похож, чем на Уитли. Где он? Ты дал ему. Ой. Короче, иди ты нафиг. Ой, дурак! Ты душный. Не будьте такими злыми! Не, ты душный, потому что не знаешь, как выглядят глаза робота. Готово! Дождаться окончания ремонта. Во. Я снова живой! О, живой! Тут пушки продает. Слуга! Зрение вернулось ко мне! Я приобрел себе пистолет. Иди ты. Ушли. Ладно, я куплю какой-нибудь пистолетик. О, здесь какой-то огонь делает. Ладно, куплю ради огня. Андрей, смотри, где я. Слабо собрался сюда? Подожди. Смотри, я ассасин нафиг. Я в тебя верю, но ты не сможешь. И сейчас поймешь, почему. Ну? Его, как ты запрыгнул? Там лестница была, я без лестницы не справился. Это наебалово какое-то! Ага, я просто другого входа. Как раз смотрюсь, где они. А где они? Нахрен знает, их там нету. А, ну пошли, давай выйдем. Не, это пистолет мой. А, вниз, наверное, надо пойти. Или стоп, или я сюда. Спросил. Блин, тут нету подкатов. А, вот, здесь надо... Или... Я тут все облутал. Да я вижу, но здесь какой-то рычаг. Может, тогда пойдем? О, там монстр, пошли. На нафиг. Слушай, блин, тут их невозможно ноускопить, если честно. Спасибо. Если я лечу. Нет. Иди ко мне, отходи. Уходи отсюда. О, все, я выжил. Здесь и можно, короче, убить, и ты это воскресишься. А, да? Так что, в принципе, если ты умрешь, а меня рядом нет, то просто убей монстров. Возьми хилку, тут есть. У меня почему-то это вышло, типа. Не знаю почему, но оно вышло. Где хилка? А, там лежит. А, во. Так. О. Угу. Не, их здесь нету. Так. Блин, мы их потеряли. Хватит это терпеть! Я просто отвечал там на сообщение.
Дождаться, пока готов включить. Может, там надо дождаться? Кого? Или не здесь? Может, это голова. Скорее, это головоломка. Может, туда надо идти? Где робот? Не знаю. А, вот они. Hello, hello, hello. Кто? А, ну, что-то тут делает. О, то включили. Нормально. Ну все, погнали на рычаг нашему. Давай. Походу, да. Слушай, тут Бенни Хоппит легче, ой, быстрее, чем идти простым шагом. Ну да, здесь же гравитация такая. Мы же на другой что планете. Что это за Земля? Что это за планета? Не знаю, это Пандора. А, не, она как по-другому. Это Пандора. Карта на М. Ну, логично. Карта на... Ну да, это несложно было понять. О, здесь есть телескоп. О, а тут уже не с одного выстрела они умирают. Где? А. Угу. Тут у них уже уровень повыше. А, ты пока здесь стреляй, я пока что пошел. Ты куда? Да, надо точку взять, типа пойти туда. Я, подожди, у меня... Зачисть пока что. У них топоры какие-то стрёмные, они сами какие-то стрёмные, противные, фу. Так, привет, железяка. Вот, да, поболтать надо. Спасти айсберг лжеца и найти сэра Хэмерлока. Железяка снова обрел зрение, теперь пора идти в убежище. К сожалению, путь к последнему свободному городу Пандоры вам переградил капитан Флинт. Так, уровень сложности. Майна, пошли. Ща, подожди. Где стоп? А. Кто там бежит? А, все. Не ты. Опа. Опа, готово. Им, короче, лучший слуга в мире. Хочешь быть своим лучшим слугой в мире? Нет, я что, похож на слугу? Да ладно! Так, похлопай, железяк по плечу. Это маленькие хрени, иди нафиг, я тебя мотал. Пойди, тебя не могу тематизировать. Зачисти кладбище, зачистить пруд. Ладно, я кладбище пошел. Алло. Где тебя дематизировать не могут, если я буду жестко материться? Да? Не знаю. А пруд снизу? А, вот, да. Помоги лучше мне здесь, надо это очистить. Я тут зачищаю как бы. Очисти кладбище. Я полон мертвый. А? Очисти кладбище. Я уже очистил, по-моему, зачистил. Да иди снова, может там монстры появились. О, пистолет какой-то. Ну хотя у меня получше. Так, что это? Отходы. А, монстры. Отходы. Я не знаю, где само кладбище. А, я на нем. Ладно. Справедливо. Опа. Химикат. Мне надо что-то сказать. Она зачищена. Она... Зачищен пруд. А кладбище где? Кладбище там, где мы были. Пруд это я зачистил. Пруд я зачистил. Ну, тут пусто, тут никого нету. Игра на том мной издевается, что ли? Рейд, я подойду. Никого нету? Подойди. Может, там двое ты просто быть? Не умеешь кладбище. Ну вот они. Они сверху вообще-то. Я увидел. Сказочный долбоёб. Опа, давай мне пистолет. Так, что у нас из оружия есть? А пушку можно? А что это такое? Ага, так, ускорение. Ну, это навыки. Да, я номер шкаф навык. Я тут убиваю монстров, а ты ничего не делаешь. Да, ну, ты... А! Меня тут хоронят! Спаси! Где ты? На кладбище. А, на сверху. Я просто чекал свой инвентарь и понял то, что у меня много говна. Давай, я его почти уже убил и возродился. Ты почти убил его? Да. Ты же был нокнут. Так я же могу убивать, когда нокнут, я уже тебе говорил какого об этом. Какого хрен? А, у тебя еще есть... Это ты хилишься или тебя... Я хилюсь. Ну, типа, ты находишь эти колбочки? Не-не-не, оно почему-то меня хилит. Так, я еще умру. Да, помогай. Может, ладно. Думал, что он не взорвется, да?
Я думал то, что они пойдут не таким легким путем и не сделают их взрывоопасными. Сказочный долбоёб. Они клише. Да, это я не Atomic Heart. Да тому же эта бочка взрывоопасна, какое клише. Клише, все красные бочки. Так это не красная бочка, кроме вот это красная, вот это кроме красная бочка. Так. Ну, они от хедшотов помирают нормально. А, кроме бронированных собак. Не, в принципе, тоже от хедшотов, главное в голову попадает. Не, в голову попадает. А! Гори. Прикольно они горят, кстати. Чёрт. Ну да, кстати, мне тоже неплохо бочка было. Бочка, скорее, сделана веществом. Так. И второго... Ну, короче, я им хедшоты делаю, нормально так урона не наношу, ты их просто добивай, и тебе будет шприц показаться. Так, там какая-то... А, они около меня, ты меня еще охранять должен. Я тебя сзади... У тебя второе должно быть скорострельное оружие. Да я знаю, ну блин, это переключаться долго. Ты просто нажми на 1-2 и все. Нафига на 1-2, если можно колесико мыши? Ну тогда, если так быстрее для тебя... Ну это быстрее будет. Ну да, 1-2. Блин, как там, когда мы прыгаем, они стонут как-то очень... Ну вот, ну, вот послушай. Мы просто зеро. О, чё это? А, у меня место. Ну ладно.